Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе будем вязать шапочку для новорожденного, но вы сами сможете легко выбрать нужный вам размер шапочки, подобрав нужную высоту и ширину шапки. Поэтому данную модельку шапки можно связать не только для новорожденного, но и на любой размер. И давайте приступим к вязанию. Вязать я буду из достаточно бюджетной пряжи. Это пряжа от Пехорки, детский каприз теплый. Состав данной пряжи 50% мериносовая шерсть и 50% фибра. Рекомендуется вязать крючком 3-5 мм. Я буду вязать крючком 3,5 мм. Если хотите, чтобы полотно было более расслаблено, более мягкое, воздушное, берите крючок побольше. Начнем вязание шапки из цепочки из воздушных петель. И смотрите, если вы будете вязать шапку другого размера, можно взять свою старую шапку, измерить высоту ее, плюс отворот, если он будет у вас. И вот столько сантиметров, сколько у вас получится, нужно провязать цепочку из воздушных петель. Можно добавить пару сантиметров, если вы хотите, чтобы макушка была свободная. Я буду вязать цепочку из воздушных петель 16 сантиметров, 13 сантиметров на высоту шапки и 3 сантиметра на отворот. Провязала я цепочку из воздушных петель, у меня получилось 45 воздушных петель. И сейчас первую петлю мы пропускаем и начинаем вязать со второй петли. Вяжем столбик без накида. Дальше смотрите внимательно, мы заводим крючок вот эту вот полупетельку, которая у нас получилась от столбика без накида, вот так. И дальше заводим крючок в следующую петлю. Цепляем рабочую нить, вытаскиваем 3 петли на крючке и протягиваем через 3 петли рабочую нить. Протянули столбик, у нас получился. Дальше снова от этого столбика цепляем вот полупетлю, вот эту. Дальше заводим крючок в следующую петлю, рабочую нить вытаскиваем, 3 петли на крючке и протягиваем через 3 петли рабочую нить. И так далее. Также заводим крючок в полупетлю, которая у нас получилась от столбика. Дальше в следующую петлю вытаскиваем рабочую нить, 3 петли на крючке, протягиваем рабочую нить. Итак, нам нужно провязать всего 49 столбиков. Получается, всего у нас было 45 воздушных петель. Одну петлю мы пропустили, получилось 44. Во вторую петлю мы провязали один столбик без накида. И дальше еще 38 столбиков без накида за петлю от столбика и в петлю от воздушных петель. Получается всего 39 столбиков. И дальше у нас останется еще 5 петель, в которые мы будем провязывать соединительные столбики. У вас же количество столбиков может быть другое, смотря на какой размер вы вяжете шапку. И еще один нюанс. Если у вас высота шапки будет больше, чем у меня, намного больше, чем у меня, тогда оставляйте на макушку побольше, не 5 петель, как я оставила, а побольше 7 или, например, даже 9, если уже на взрослого человека шапка будет. Итак, довязали до макушки, у меня осталось 5 петель, и в них мы провязываем соединительные столбики. 1, 2, 3, 4 и 5. Все, первый ряд мы закончили вязать. Дальше мы будем вязать второй ряд. Делаем воздушную петлю, разворачиваем наше вязание. И дальше мы будем вязать за одну дальнюю стенку петли. Не за полностью всю петлю, а только за одну дальнюю стенку. Начинаем вязание. 5 соединительных столбиков за дальнюю стенку петли. Не за полностью всю, а только за одну ее стеночку. Так, вяжем 5 соединительных столбиков. Кто вяжет, например, 7 или 9 соединительных столбиков на макушке, тогда вяжем такое количество, которое вы связали в первом ряду. Я вязала 5 соединительных столбиков, поэтому и во втором ряду вяжу 5 соединительных столбиков. Итак, довязали. Дальше вяжем
Один столбик без накида. Всегда будем начинать с одного столбика без накида за дальнюю стенку петли. Провязали и начинаем наш узор. Заводим крючок в полупетельку вот эту от столбика без накида и за одну дальнюю стенку следующей петли и вяжем снова за полупетлю от столбика и за дальнюю стенку следующей петли и вяжем так до конца ряда. Довязали до конца ряда. Дальше будем вязать третий ряд. Вот что у нас уже получается. Делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и будем начинать вязать также с одной дальней стенки от петли. Заводим крючок, вяжем один столбик без накида. Провязали. И дальше вяжем наш узор в петлю от столбика без накида. За одну стенку от следующей петли. И протягиваем через все три петли. И снова от столбика в полупетельку, следующую стеночку дальнюю и провязываем. Вяжем третий ряд так, как мы вязали первый ряд, только вяжем полностью шапочку за одну дальнюю стенку петли. В изнаночных и в лицевых рядах всегда вяжем за одну дальнюю стенку петли. Я думаю, здесь уже ничего сложного нету. Узор данной шапочки очень простой. Здесь все понятно, я думаю, и так. Поэтому вяжем третий ряд. И в конце мы не забываем провязывать соединительные столбики. У меня здесь 5 соединительных столбиков. Также за дальнюю стенку. Все столбики провязаны, осталось провязать только соединительные столбики. Вяжем 5 соединительных столбиков за одну дальнюю стенку петли. Вы вяжете свое количество соединительных столбиков. Так, довязали, дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и вяжем четвертый ряд. Четвертый ряд вяжем так же, как и второй ряд. Я буду провязывать 5 соединительных столбиков, вы провязываете то количество соединительных столбиков, которое вы сделали изначально, провязали. Вяжем за дальнюю стенку. Провязали соединительные столбики, дальше вяжем столбик без накида за дальнюю стенку. Дальше заводим крючок в полупетельку от столбика и за заднюю стенку от петли. И вяжем дальше так. Мне кажется, на данном этапе вязания уже все понятно, как вязать, где что провязывать. Поэтому сейчас полностью все полотно шапочки будем вязать самостоятельно. Я вяжу шапку на окружность головы 40 сантиметров, поэтому полотно у меня будет шириной 18 сантиметров. 2 сантиметра я убрала, потому что шапочка она хорошо тянется. Итак, я провязала шапочку нужной мне ширины. Вот такое полотно получилось. Как я говорила, оно хорошо тянется. А тянется она хорошо как по высоте, так и по ширине. Давайте сейчас посчитаем, сколько у меня получилось вот таких косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ну и 24 косичка. Вот такая у меня получилась. И сейчас мы будем шапочку сшивать. Заканчиваем вязание шапочки всегда на макушке, потому что этой же ниточкой мы будем сшивать шапку. Итак, теперь смотрите, между косичек вверху на макушке у нас есть вот такие углубления. И вот сюда заводим крючок,
цепляем рабочую нить и протягиваем. Петлю мы эту оставляем на крючке. И так дальше. Заводим крючок, достаем петлю, оставляем ее на крючке. И так продолжаем до конца. Все петли у нас остаются на крючке. Итак, осталась последняя петля. Достали. И теперь протягиваем рабочую нить через все эти петли. Протягиваем. Так. Бывает и такое. Не расстраиваемся. Цепляем обратно петли на крючок. Могла бы я, конечно, этот момент вырезать и не показать вам, сделать все идеально, но нет. Показываю все как есть. Так, и дальше еще захватываем нить и протягиваем через петлю, которая у нас получилась. Вот таким образом фиксирую макушку. Дальше мы это все дело затянем еще лучше. Так. Вот такая макушка у нас получилась. И вот так выглядит шапочка в целом. Но это еще не все. Понятное дело, нам нужно еще шапку эту сшивать. Поэтому небольшой отрезок нити мы оставляем. Так, приблизительно вот такой. Вот здесь я отрежу. И сейчас заправляем все это дело в иголку и будем сшивать. Все, нить в иголке. И сейчас нам нужно пройти еще разочек в те петли, которые у нас получились на макушке. Еще раз. Вот здесь я буду фиксировать. Так, затягиваем, делаем узелок на всякий случай, чтобы уже была надежно зафиксирована макушка и не разъехалась. И сейчас нам нужно еще раз пройтись по макушке, зафиксировав ее еще лучше. Во все эти петли заводим иголку и протягиваем нить. Сейчас нам нужно сшить шапку. И будем мы это делать таким образом. Сшивать мы будем не за всю петлю, а только за одну дальнюю стенку от петли. Вот за вот эти вот полупетли дальние мы будем вязать не полностью за всю петлю, а только за дальнюю одну стеночку от петли. На этой стороне и на вот этой стороне мы также будем шить за дальнюю стенку от петли. На этой стороне мы сшиваем за одну дальнюю стенку от петли. И на этой стороне мы также сшиваем за дальнюю стенку от петли. И сейчас это все я покажу на деле. Нашли самые первые петли от макушки на одной и другой стороне. Заводим иголку в дальнюю стенку от петли. На одной стороне заводим иголку в дальнюю стенку от петли. И на второй стороне мы также заводим в дальнюю стеночку. И протягиваем нить. Протянули. Дальше находим следующие петли на одной и второй стороне. Также за дальнюю стенку на одной стороне. И за дальнюю стенку от петли на другой стороне. Протягиваем. Следующие петли также. Одна дальняя стеночка от петли, протягиваем и так дальше сшиваем до конца ряда. И у нас получится очень красивый шов, который даже будет не заметен.
Я уже сшила почти до конца, осталось пару петель. Дошиваем. Итак, сшили. Здесь можно еще раз сделать стежок. Так. И вот посмотрите, как я уже и говорила, что шов у нас даже будет не заметен. Так оно и есть. Посмотрите, аккуратная, ровная шапочка получается. Сейчас посмотрим, как выглядит шов с другой стороны. Все ниточки мы потом вот эти вот спрячем. А с другой стороны шов у нас такой же идеальный. Посмотрите. Все, осталось нам спрятать ниточки. И шапочка у нас готова. К этой шапке я добавлю еще и помпон. Можно сделать его собственными руками из пряжи. Но я привяжу уже готовый. И вот такая замечательная шапка у нас получилась. Если вам понравился данный мастер-класс, тогда ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ну а у меня на этом все. Всем творческих успехов и до новой встречи в новом видео. Пока-пока!